Всем привет! Днепр на связи, 29 июня, час 40 ночи. В общем, клуб полуночников, как всегда, объявляю открытым. Дали отбой воздушной тревоги. Началась она в час ночи. Одновременно с этим в Запорожье прозвучала серия достаточно мощных взрывов. Говорят, баллистика по Запорожью и по Запорожскому району. Было очень громко, люди напуганы, уже списался со знакомыми, ну, окна тряслись, стены тряслись, ноги тряслись тоже. Судя по тому, что слова были написаны с ошибками, руки тоже тряслись. Также взрывы прозвучали в Харьковской области. У нас, не знаю, показалось, не показалось, но где-то вдалеке тоже что-то бахкало. Судя по местным чатам, ни одному мне показалось. Но опять же, что-то непонятное. Может, гром. Потому что у нас, друзья, дождь. Сейчас чуть-чуть подзатих. А был достаточно сильный ливень. В общем, такие дела. Вроде как спокойный вечер. А ночь вот такая, вы знаете. Ну, не спится, не могу уснуть и все. Что-то думаешь, что-то не думаешь. И так практически через ночь проходит. Лучше бы пошел сегодня на работу в ночную смену. Думал выспаться. Выспаться не получается. А так бы хоть что-то полезное бы сделал. В общем, друзья, такие дела. Сейчас тихо. Но, ну, у нас, в принципе, было в области тихо. Дали отбой тревоги. В Запорожье там, по-моему, тоже уже отбой. Ну, такие дела. Будем ждать утром, что нам расскажут. Запорожье, соседи, держитесь. В принципе, вот Харьков, Днепр и Запорожье. Те города, которые сейчас можно назвать как города, места побратимы. Жители испытывают примерно одни и те же чувства. У нас пореже, Харьков и Запорожье почаще. Запорожье там вообще... Труба, что об этом говорить. Если там не пожить, это не испытать, то не понять, как это ощущается и как это происходит. Ну, в любом случае, тем, кто спит, хорошего сна. Кто не спит, сейчас посмотрит. Ну, у кого-то, может, не ночь, вечер, утро, день. Смотрит множество стран с разными часовыми поясами. В общем, всем хорошего времяпрепровождения, доброго времени суток. Может, сейчас попробую поприседать, поотжиматься. Может, и в сон поклонит. Всем спасибо. До нового выхода на связь.